Друзья, всем привет! Очередной раз отправляюсь в землянки со своим частичным уловом. Взял с собой три лещика, чтобы закоптить. Заодно построю землянку, естественно. Нанесу с собой доску. Где-то вот тут она лежит. Решил маленько передохнуть. Тем более я наслаждаюсь картиной, пейзажем и прилетевшими опять на это же место лебедями. Красиво, птицы отдыхают, тут второй раз прилетаю, чистятся на речке. Я здесь уже их видел, потом они куда-то улетали, сейчас опять, смотрите, здесь гуляют. Я думаю, это те же самые четыре лебедя, которые были где-то вот с неделю, наверное, назад, может, чуть побольше. Нарубил щепочек ольховых. Сейчас будем разводить костер, положим рыбу. Будем коптить рыбку. Большую часть рыбы я раздал, оставил себе три лещика вот на копчение и одного самого большого сегодня жена дома приготовит. Запечем его как-нибудь по-вкусному. Рыбу я дома засолил, вчера солью засыпал, сегодня промыл, как показывает практика. Такой способ засолки вполне рабочий. Теперь только осталось каждую рыбку отдельно прокоптить и все. Прижимаю камнями, чтобы не выходил лишний воздух. Коптилка так себе, фиговенько. Дым выходит. А нам это не нужно. Коптим опять по зависимости от того, как будем кочегарить тут. 25-30 минут обычно достаточно для того, чтобы лещ килограммовый прокоптился. Друзья, вы любите смотреть на YouTube офигительный контент? Тогда я вам посоветую канал, который называется «Кролиководство от Михалыча». Не судите по названию канала, там много всего. Сельское хозяйство, разведение куриц, огороды, рыбалка. Все топовое, такое интересное, что любит обычный человек среднестатистический, который
не зажрался в городских пенатах. Друзья, вам будет интересно, посмотрите, ссылка будет в описании. Офигительные видосы. Все для вас. Мы сейчас с вами продолжим строить нашу двухкомнатную землянку. Супер двухкомнатную землянку. Без этого, без этой приставки неправильно будет звучать название. Как светло здесь как-то, вот вообще бы окно такое оставить. Но вообще стекло-то я не знаю, где еще взять стекло. Вот это вот вопрос. Какую-то рамку бы желательно вообще, чтобы ставить ее. При желании можно было доставать. Ладно. Об этом всем по порядку. Зашили тут уголок, пол. В общем, так, не знаю, здесь вот еще осталось место. Можно, в принципе, не зашивать. Не сильно кто и гулять-то будет. Туда главное зайти, чтобы удобно было. А зайти будет удобно, уже даже можно босиком подместить. Какой-нибудь ковричек можно постелить. И спать. Жанка тоже готова. Дальше. Ну, надо что-то думать. Обработка стен и всех. Спрашивали, как будет отапливать вторую комнату. Мне кажется, тут естественно, что будет отапливаться она. Просто за счет того, что открыл дверь, тепло туда поступает. Поверьте мне, хватит тепла и на вторую комнату от одной печки. Пока топишь печку, будет тепло. Зимой, допустим, если перестал топить печку, выстывает любое помещение быстро. В том числе и землянка тоже. Первый экземпляр у нас тем временем прокоптился. Кто-то говорит, что он сгорел у тебя, когда видят такой цвет. Я считаю, что это самый цвет готовности. Я специально до такого цвета прожариваю. Чешуя обгорела слегка, это ничего страшного, зато рыба 100% приготовилась. И что делаю я? Люблю, допустим, любую копченую рыбу. Перед тем, как употреблять, я ее остужаю в холодильнике, допустим. Естественно, ем и горячую, допустим, здесь вот, если нет возможности отстудить. Но в идеале, она когда уже полежит пару часиков в холодильнике, самый вкус. Сейчас добавим маленькой щепки в бак и поставим снова. Первая земляника поспевает на крыше нашей землянки. Но она вот не единственная. У нас тут вот красиво на птичке, я думаю, быстро покушают данную землянику.
По поводу стадии огорода. Мне кажется, что картошка начала вытягиваться лучше. Меньше она была, мне кажется, да, когда забуривали. Тут вот дня два у меня не было, 2 дня. И вот что у нас получается. Красота. Да и только. Где-то еще не поупалась, но вот здесь она выходит. Все-таки там даже подбуривать не стал местами, где она не вышла. Стала утягиваться у нас и редиска, но сейчас я удергивал. Там вот так, я покажу. Не смотрите, мне жалко, вот возьмем самую большую. Я уверен, что с ней ничего не произойдет уже хорошего. Возьмем самую большую. Вот такая вот редиска у нас растет. На большее она, видимо, не способна здесь. Кстати, друзья, и дома та же самая ситуация. Это не то, чтобы она здесь не растет. Она и дома не растет нисколько. Обшил все-таки вот так вот бревно. Не знаю. Решил, что так будет все-таки лучше. Верхушку оставлю, не буду зашивать. А вот там надо тоже что-то будет придумать. И здесь тоже пространство пустое. Как-то либо использовать его, гвозди загнуть. Но не знаю, как что-то туда складывать, допустим. В общем, разберемся. Вот они, друзья, 3 отлично приготовленных лещичка, которых дома мы будем с аппетитом кушать. Вчера они нам подарили массу удовольствия, когда я их ловил. И скоро они нам принесут массу удовольствия, когда мы будем их потреблять. Я надеюсь, что в ближайшее время я туда еще раз попаду на рыбалку. Пока ничего не загадываю, но возможно даже завтра мы туда с друзьями съездим. Но не факт. Возможно, что я не поеду. И не поедем завтра. Если завтра не поедем, то у меня тут уже не получится другие дни.
Друзья, я думаю, круша еще прочнее даже, чем с той стороны получилось. Я имею в виду вся эта конструкция жердевая. Я еще маленько сюда, наверное, вынесу. На 2-3 жерди вперед козырек, чтобы был. Но в целом уже при желании можно закрываться. Но надо опять же сначала баню закрыть. Надо мне сухой опилок. А погода дождливая последние дни. Сухого опилка мне просто не найти. В принципе, можно и сырого притащить, но желательно у сухого. Так, в целом, на сегодня с постройкой, наверное, завязываю. Доски нет. Жерди у меня палец устает быстро, рука. Колотиться, рубить не могу, сучки. Так, может, сейчас еще чем-нибудь займусь, время, в принципе, свободно есть. Покажу поближе. Крыша. Внизу. Вон на сегодня сделали это. Зашили уголок такой, сделали. Пол добавили. По факту, все, если закроешь крышу, один раз протопить печку, вся влага лишняя выйдет, подмести весь мусор этот. И все. Но надо нам делать еще здесь в любом случае стенку. Красота какая, домой опять поехала. Ладно, друзья, пойду все-таки домой, вкусняшку унесу. Запах, аромат копченой рыбки пошел тут сразу, потрогал ее так. Не знаю, тут, конечно, по мелочам можно что-то поделать, но настроения нету. Дома у меня есть чем заняться, дома займусь делами лучше. Здесь вот рыбу покоптили в свободное время от копчения, попостроили. В принципе, там по постройке-то больше ничего пока не продвинуть. А комары меня, блин, бесят. Тепло стало, потеплее. Завылезали. Ну как тепло, видите, я тоже из кофты не вылажу. Стремная погода в любом случае. Ладно. Будем убираться в сторону дома. Насчет завтрашнего дня еще не определились. Друзья позвонят вечером. Либо рыбалка, либо другая рыбалка, либо сюда пойдем строиться. А в любом случае, это все засниму. Максимально интересно постараюсь. И предоставлю вам на обозрение. Я думаю, в любом случае ролик вам понравится. Ну и завтра я не пожалею, как проведу день. Как и все проведенные мной дни ранее. Подписывайтесь, следите за новостями, ролики каждый день. Всем пока!